Яндекс Ньюс. Она бывает бумажной, пергаментной и электронной. С картинками и без. Кому не дарили шубу, считают ее лучшим подарком. Ее берут в дальние путешествия, но вы не узнаете, интересная ли она, пока не раскроете переплет. Переплет. Каждую неделю Михаил Губин и Олег Пека готовы сориентировать вас в океане книжной продукции. По четвергам в 15 часов на радио Болтком. Программа «Переплет». Здравствуйте, уважаемые книголюбы. Добрый день. Михаил Губин в студии. Олег Пека. За звукорежиссерским пультом Родион Золотарев. И сегодня у нас в гостях автор книг «Как создавали Латвию в 1917 году. Черновики будущего» и председатель парламентской фракции «Согласие» Янис Урбанович. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы забыли одну книгу, которая была первая. Это про приоритеты развития Латвии, где предполагалось рецепт экономического развития. И это написано 10 лет назад. Да. Но мы все-таки пригласились не как политика и даже не сколько как писателя, а больше как читателя. Да, вот как читателя с большим удовольствием поговорим. Хотя об этом. Про ваши книги тоже, конечно. Ну, конечно, упомянем, тем более, что есть прекрасная возможность взять автографы. Мы всегда берем автографы у тех авторов, которые приходят к нам с книжками. Книги, какую роль вот сыграли в вашей жизни? Есть ли какие-то, например, ну, оставила ли память первые книги, книги, которые как-то оставили самые, сформировали характер, ну, вот то, чем вы сейчас являетесь? А кем я являюсь? А вот это вот вас надо спросить бы. Нет, у меня ответ банальный на этот вопрос. Для меня книги все. Ну, я люблю книги читать. Разные. И для как бы вот антистресс это лучше. Ничего нет, кроме книги. Ну, например, Барак Обама, он, по-моему, читал в отпуске в основном биографии великих людей. Ну, и как-то у политиков, по-моему, чаще всего книги вот именно вот какие-то, ну, книги такие познавательные, которые дают представление. Или у вас, например, есть художественные какие-то? Да, я сейчас сказки тоже с трудом читаю, типа Акунина или Свечина. Но они тоже интересные. Или детективы такие, как Юнесбе, или там, Гришам, или Балдачи. Такие сказки, они хорошие, они как наждачка. Она так мозги так прочищает. Ты читаешь, знаешь, что все хорошо. И твой герой, который там главный, всех победит, это так... Приятно читать, да? Читаешь и получаешь удовольствие, как будто это твое собственное удовольствие. А когда вы научились читать, вот первые книжки, как в доме, например, вот какие книги были? Как в школу пошел. До школы меня не трогали родители, они были заняты. А я во дворе становился. То есть вы в первом классе научились читать? Ну, я начал учиться в первом классе. Когда я научился, я уже не помню. Может быть, и в первом, а может быть, и нет. Но писать и читать я учился в школе. Дома нет. Но есть ли, например, книги, которые обязательно должен прочитать политик, например, ну, человек, который хочет чего-то добиться в жизни, чего-то достичь, стать лидером? Вот есть ли какие-то книги, которые формируют бойцовский характер, какие-то вот черты, которые помогают пробиться? Чушь это все. Надо читать то, что нравится. Потому что если вы читаете, ну, что-то вульгарное с точки зрения мудрецов, вот как вы здесь мудрые, вы посоветуете. Я вот не рискну сказать, что надо прочитать, чтобы быть там лучше или там сильнее. Мне, когда я летом работал вот, ну, между уроками, когда были эти, ну, каникулы, да, я устраивался на работу там в мелиорацию, где мой отец работал, и пару месяцев зарабатывал не только на себе, но и на семью. И тогда, я помню, приезжали студенты из Питера, из Ленинграда, такие продвинутые, и песен много знали, как барды, и они вот озаботились моим состоянием духовным, видели, что я такой весь уличный, по-прежнему, хоть я и учился там в 9-м, 10-м или 8-м классе. И они написали перечень книг, да, которые должен быть. И знаете, куда я ходил, куда это не мне дали, а библиотекарю, библиотеку, куда я ходил за книгами. И мне она напоминала, вот ты сейчас прочитал Стендаля, сейчас ты должен вот это, чтобы есть некий набор книг, которые, если ты прочитал, то ты можешь себя считать интеллигентом.
Я считаю, что это чушь. Я прочитал эти все книги. А, кстати, «Мэр Николайки» я прочитал по окончании сельхозакадемии. Я не мог его прочитать, ну, не ложилось. Вот. Но все сочинения написал. Потому что из литературных этих учебников там эти составители учебников уже подсказывают правильные, правильные цитаты, правильные ответы, вопросы. И как надо писать сочинение, чтобы учитель тебе поставил бы правильную оценку. А ведь есть мнение, что школа скорее отбивает желание читать, ну, уроки литературы. Я же вам говорю, протест против обязаловки, он такой, да, вот он у каждого есть. У кого нет, тот или остался ботаником, или врет, или я не знаю что. Вот мне, я всегда протестовал против чего-то навязывающего, которое навязывает. Мне вот когда вот так аккуратно рекомендуют, через умно, так, через подсказку, слушай, как классно здесь вот это место, вот ты читал? Нет. Ну, ладно, ну да, не о чем с тобой поговорить. После этого хочется прочитать, чтобы было с тобой о чем поговорить человеку, который для тебя авторитет, правда? А, скажем, какие-то, ну, вот советы от, ну, в списке литературных премий, какие-то, ну, вот обычно, куда, зачем следят, там, вот, мнение критиков, которые там говорят, вот, вышел новый роман, там, обязательно надо прочитать, вот, это для вас срабатывает? Нет, никогда не срабатывало. Но когда я беру книгу, я сейчас вот в последнее время, на обратке есть написано или что-то про писателя, ну, автора, или там чуть-чуть про что. Я почти, с большим трудом беру, если автор женщина, ну, книгу, если новый автор, и это не Агата Кристи, да, и это какая-то женщина, мне неважно, детектив и так далее, мне нужно, чтобы, ну, у меня есть... Предубеждение. Какая-то вот такая солидарность, что ли, что да, они все талантливые, все они умницы, но писатель это как-то вот, наверное, все-таки муж. А вот, скажем, имеет значение, с какой стороны автор? Там, какой литература? Русская, там, английская? Правильный ответ я знаю, но мой ответ такой. Если это какая-то новая и далекая африканская страна или там где-то, да, мне, я так буду думать, а стоит ли мне тратить время? Есть же много чего, я еще не прочитал у продвинутых наций, правда? Но тем более приятней читать уже, когда ты для себя открыл и, ну, автора, и страну тоже. Такие книги, вот новые, которые вообще новые, это надо, когда далеко летишь или далеко едешь, с собой в сумку взять, ну, так для неспешного чтения. То есть вы когда куда-то едете, вы берете бумажную книгу с собой? Всегда. Именно бумажную? Не вариант, что она тяжелая, из места в сумке занимает? Ну, то, что обычно бывают электронные. Я, наверное, уже такой... Синильный, такой старый уже человек. Ну, мне надо. Я даже когда важный документ, мне его трудно воспринимать на экране. Я его через принтер вытаскиваю, и мне уже. Мне важно, если я внимательно читаю, мне нужно его не клавишами там затирать и побрать, а мне надо это подчеркнуть, это подвинуть, это переставить и так далее. Свои собственные тексты я тоже так правлю. Что, и на книгах пометки стоите? Галочки, нет, да, нет, 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 книга нет, это святое. Я уважаю книгу. Я ее комкаю, ну, когда там открываешь и так далее. Но книга это нет. Книга, что, там это все, это не твоя собственность, это собственность автора. То, что ты заплатил за нее, это ерунда, это тебе право посмотреть. А это его собственность интеллектуальная, я не посягаю. Да, авторы бы поддержали вас в таком писателе, такую точку зрения. Ну, как? Как? А как иначе? Составитель книги, да, он делится с тобой. Ты платишь абонемент, платишь право взглянуть, познакомиться с его взглядами. Но это его, не твои. А что ты, как ты можешь править чужие взгляды? Ты можешь не соглашаться. Нет, ну там типа что-то подчеркнуть, какую-то важную мысль там. Если тебе надо в этой книге подчеркнуть мысль, ты ее сразу вычеркиваешь из своих мозгов. Ее надо, ты ее прочитал, усвоил, используй где-то. А если ты в книге подчеркнул, зачеркнул, на краях написал, а потом закрыл и положил, ваши мысли ушли от вас, они остались там. Это точно проверено.
А если автор умер? Вот у меня вопрос такой. То есть, книги классики. Автор вечен. Автор не умирает. Какая разница? Вот я сейчас, вот последнее, что у меня есть из ночных, в ночном шкафчике, чтобы так вот заснуть, я читаю, нашел в Москве, в доме книги, непечатанный Конан Дойль. То есть, короткий рассказ. Не опубликованный. Да. Ну, здорово. Да, так интересно. Это он ранний, он еще до Шерлока Холмса там, и так далее, и так далее. Ну, такие поиски, да, его поиски. Такой поиск, такой. Проба пера, что ли. Очень интересно. А любимый магазин, вот куда вы заходите? Вот я так понял, что в Москве есть... Я не бываю часто, это тоже мифология, но когда я бываю, я себе всегда нахожу. Все друзья, когда я еду к ним на разные семинары, там, конференции, знают, что я пойду в тот или другой дом книги. Или на Тверской, Москва, книги, или на Новом Арбате. Или книжный хороший рядом, напротив Старой площади. Юлия Глобус. Да, да, да. Да. А все-таки его покупаете? Но все-таки для вас важно книгу иметь или читать, и не важно. И мне дарит, привозит. Я уже знаю, сейчас, слава богу, знаю, что тебе надо. Слушай, ты поедешь, вот у меня сейчас на форум большущая плеяда друзей поедет, привезут книжки. И что они у вас дома все стоят? Я их читаю. Да, не, ну, в принципе, а как вот вы решаете проблему? Нет у вас перенаселения квартиры книгами? Я с этим борюсь таким образом, что вот прочитаю, вот, например, у меня прочитан весь Акунин и Свечин, да? У меня ничего нет дома из этого, я раздал. То есть, главное все-таки читать, а не иметь, получается. Ну, я отдаю, я знаю, кому я отдал. И ему приятно, я знаю, что он читающий, и у него не такой достаток, как у меня, допустим. Я могу купить книгу, не думая, не всегда долго смотреть и анализировать, какая цена. Да? Но я отдаю, и он читает, он отдает дальше. А что толку? Ну, у меня есть прекрасно, у меня есть для того, чтобы сказать перед вами выпендриться, если вы ко мне, Господи, у меня есть весь этот латышская конверсация с Варницей, да. У меня есть Британика, прекрасные эти спинки и так далее. И есть у меня всякие эти в советское время, которые в конкурсы на излете советского времени давали, надо было лотерею там на работе, там эти про букашек, всякие эти альбомы там, или там, ну, классика всякая, это у меня так стоит. Но я их мало, на них мало смотрю. А перечитываете ли вы книги? Потому что некоторые люди, ну, говорят, вот, я там читал «Войну и мир» там в 10 лет, я читал ее там в 20 лет, в 30 там я понял что-то еще, вот в 60 вот я перечитал, понял наконец-то смысл. Больной человек. Я ему не верю. Или он врет, или он больной. Ну как? Швейк, да. Это из книжек, которая затертая. Хочется, но я уже знаю, какое я место под свое настроение хочу прочесть. Так же, как вы музыку дома, вас погано, вы поставите, ну, что-нибудь такое, что или клин-клином такой супер-хард-рок, который еще больше, или такую слезу, которая из вас будет, в меланхолию пойдет. Вы же знаете, что вы будете ставить. То же самое с книгой. Если вы книгу уже читали, вы опять ее будете перечитывать? Ну, хлопцы, вам тогда надо лечить голову. Ну, как перечитывать? Ты не перечитываешь всю книгу. Ты ищешь какое-то место, которое тебе должно восстановить эту эмоцию, которая тебе нужна очень. Я так думаю. Чтобы все, тем более Толстого, «Войну и мир». Батюшки, я не верю. Я ее читал. Это ужас. Вы меня не заставите. В школе, небось, только, да, читали? В школе не надо было. В школе достаточно было кино. Я, когда поступал, я написал... Ну, получилось так, что надо было писать книги, и там не было... И было, я взял Анна Сакса «Пасека с Позеды», да? Я придумал сказку... Придумал. Ну, придумаешь сказку придумать? Да, я написал про сказку, которой там нет. И поступил.
И преподаватели это как проглотили? Я не знаю. Это был письменный экзамен. И потом таблица, я видел, что у него нормально. А, то есть он больше кто, кто проверял, он сам толком не читал. Я не знаю, что он. Может, он тоже прикалывался. Там доскачки страшные, на самом деле, у Анны Сакса эти... Нет, они разные, не там детские. Про этих гладиаторов, да, да, и там... Не детские, прям скажем. Ну, некоторые. Про гранату, который турецкий там бросал своему сыну там под ноги. Да. Раз уж мы заговорили о таких, ну, высоких лирических поэзиях, есть ли кто-то... Все пробовали. Все пробовали, вы пробовали, я пробовал. Ну, какой-нибудь очень большой. Или начинающий все, или очень мудрёно, так что самому непонятно. Или про любовь. Ну, такая несчастная. Это лучше, когда тебе предмет твоих вот симпатий отказывает в чем-то, или и ты не понят, тогда под первый стих всегда так вот строчится. Это вы говорите про... Я про себя. А читаете ли вы поэзию? Ой, мне очень нравится. Мне очень нравится. Сейчас я вообще дорос до Бродского. Я и Пушкина начинаю, ну, как бы вот так, воспринимать не как легенду и не как обязательного гения, а как нормального человека, который классно владеет языком. Вот просто, ух, как вот, вот там, вот как вот можно так вот взять и сказать... Что такое поэзия? Это мало слов, много смыслов, я так считаю. А, то есть тебе так, так просто, так, даже через не слово, а через оборот, так бог и за дело. И, так, и, так, и все понятно. А романы пишут, пишут, поясняют, говорят, вот сноска на то, там, сноска, уже не понимаешь, что он тебе тут теорию какую-то доказывает. Самое лучшее литературное произведение, конечно, короткий стих. И это говорит человек, написавший четырехтомник «Черновики будущего», который, в принципе, может... «Черновики сравнить... будущего», вы меня, пожалуйста, это зазря не пачкайте. Там два великих соавтора, с которыми я того лишь... я всего лишь инициатор, я придумал, давай, а истории побалакаем. Нет, ну так это же... И мы спорили, и это написано. Так это в трех первых томах, а четвертый там как-то не хватает тут как раз вот этого вашей беседы, диалоги. Там больше факты, фотографии какие-то и все. Материалы. Есть немножко. Не так. Вот как раз первый, третий том было интересно читать вот из-за этого, как раз из-за этой беседы. А в четвертом томе как-то ее особо мы и нет. Мы подумали, что это вас наскучит. Да нет, как раз наоборот. У нас как раз таки время новостей сейчас на радио «Болтком», после чего вернемся в студию. Я Янис Урбанович. Мы в программе «Переплет» говорим о литературе, о книгах. Микс Ньюс. На одной волне с городом. Радио «Болтком». Продолжается программа «Переплет». И сегодня мы пригласили председателя парламентской фракции «Согласия» Яниса Урбановича. Ну, как читателя, как автора книг, которые можно приобрести в книжных магазинах нашего города. Книги исторические, посвященные истории Латвии, перспективам в каким-то вот... Да, и последняя книжка «Как раз... создавали Латвию». 17-й год посвящена как раз вот недавно отмечаемой годовщине Латгальского конгресса, когда вот латгальцы собрались и решили, что они отделяются от Витебской губернии и присоединяются именно к Латвийской республике. Хорошо, что такой спокойный человек, а были бы эти вами слова произнесены неделю назад в Рызак, на вас бы поколотили. А что, я что-то упустил? Вы допустили грубейшую ошибку. Во-первых, вы сказали, что латгальцы решили присоединиться к остальной Латвии. А, это Латвия к ним присоединилась. Вообще не было слова «Латвия». Слово «Латвия», оно изобретено, знаете, где? Алунаном. Кто вам сказал? Я прочитал газете «Латвия Сависа». Да. Что с вами происходит, если вы такими источниками говорите? Во-первых, «Латгалеши», «Латгале» и «Латвия» – это сугубо из Латвии, и автор этих названий – товарищ или господин Франсис Кемпс. Это раз. Второе. Латвии не было. Была Курляндская губерния. Была Лифляндия или Видземы.
куда входила часть Латвии, северная часть от Даугавы выше, и Эстония. И была вот теперешняя Латгалия, которая входила то в одно, то в другое образование Царской империи, и последняя в 18 году, и до 18-го она была частью Витебской губернии. Поэтому говорить, тогда говорили, и сейчас будет правильно говорить, не присоединялись, а объединялась. Причем с остальными частями, да? Не с остальными частями, а призывала объединиться, скажем так. Объявила, что правильно было бы нам всем, которые так или иначе латыши, объединиться в одну страну. Такое решение было. Поэтому не присоединялись, а объединялись. И то, это я уже говорю, это большой аванс вам всем, которые не из Латгалии. Потому что Курземе в этот момент, да, она была под немцами. И через некоторое время после вот этого латгальского известного съезда, про который вы говорите и который мы отмечали только что, он не мог с Германией Вильгельма II объединяться, а Вильгельм приехал на парад по случаю сюда, в Ригу, которая была частью этой курляндской его отчины. А Видземе тоже было в странном положении, потому что за несколько дней до Латгальского съезда эстонцы приняли решение отделиться от этой Лифляндии, от, как по-нашему сейчас говорим, Видземе, да, и статус Видземе, он был, ну, на стадии определения. А вот латгальцы, в отличие от тех, которые собирались в других местах и друг друга признавая, говорили, давайте мы будем временным советом, земским советом, как это было в Валмере или в Цесис, или в Валке. А в Латгалии, благодаря тому, что были объединены силы по организации этого съезда, прошел очень легитимный и глубоко эшелонированный организационный труд и процесс, когда делегатов избирали от приходов, от властей, они приезжали от армейских формирований. И съезд – это было небывалое торжество демократии. Страшно подумать, 100 лет назад. Именно там была создана Латвия? Именно там был провозглашен путь к единой независимой Латвии. А плюс тогда у нас сейчас язык не государственный, не латгальский. Вы про историю спрашиваете или про... Нет, ну вот если как бы они взяли... Отвечу. Знаете, в законе правильно написано, в законе о языке, что латгальский язык является подвидом латышского. Латгалиешу валода, это латвиеша валода спавается. Правильно. То есть наравне. Но если сделать, ну, допустим, кто-то, я уже читал уже такие интересные мысли, мне, латгальцу, казалось бы, должны ласкать ух, что надо латгальский сделать вторым латышским, тогда вопрос, какой латгальский? Единого латгальского нет. Это исторически сложилось так, что он не смешан, и те, которые говорят в Балве или в Краславе, они говорят на понятном друг другу, но очень отличающемся языке, наречии. Поэтому сейчас вполне хорошо, что развивается разный латгальский язык, а язык латышский один. Ну, есть же грамматика латгальского языка, же учебники и все. С этим тоже вопросом еще предстоит ученым поспорить, но тот язык письменный, грамматически письменный латгальский, он сохранился, мне кажется, в хорошем состоянии из-за того, что он все эти годы, еще больше, чем 100 лет, пользовался, и на нем писались все священные писания. И, кстати, Евангелие сначала было написано на латгальском, а только потом на латышском. Ну, это так. Это не бахвальство, нет. Это просто факт. То есть вы сейчас вот переводите, как вы нам рассказывали за кадром, переводите вот книжку вашу на латгальский язык сами?
Нет, не я. Я владею, говорю и с удовольствием на Латгальском дома. Дети мои, равно как мои родители, меня научили, я своих тоже принудил. Дома у нас государственный латгальский в семье. Но я вот говорю по-латгальски, а писать мне легче по-латышски. Поэтому я к профессиональному переводчику обратился после того, когда великий Янис Стрейч сказал: «А давай перейдем на латгальский эту книгу». Я согласился и поговорил уже с многими друзьями, товарищами, которые помогали издать это. Да, давай, почему нет? И вот будем. Начали переводить. А получается действительно, что можно по говору, по каким-то моментам языка, языкового, вычислить буквально место, абсолютно, где человек живет. Да, то есть да, это... до радиуса километра. И получается, что латгальского вот языка, ну, то есть вот эти вот отличия, они пока все равно еще не смешались. То есть что мешает созданию? Вот все-таки сейчас же век интернета, век общения. Язык интернета – это английский, немецкий, английский, русский, ну и латышский, конечно. Но есть в интернете и латгальский язык, между прочим. Но, опять же, письменность, она отличается от церковной. Сейчас появилось новое течение, где иначе, например, «уо» в старом писании «построду», через длинное, ну, гармзимы наверху, да, а сейчас считается более так модерным это через УО. У. Ну, то есть, через два. Да, да, через два. Я не специалист. Я могу. Для меня не проблема. Например, моя жена училась, как сказать, «Вуйця школа, а ас моці скула». И ничего, живем уже сколько лет. То же самое есть, но лингвисты, они народ, как любой ученый, у них этих красных линий больше, чем у меня, поэтому я не эксперт в этом. Я, и когда мне втягивают такую дискуссию, которая наречие латгальского правильнее взять за основу, чтобы сделать один великий и могучий, а я говорю: зачем? Зачем? Мне прекрасно поехать в Краславы, поговорить там и услышать эту, ну, прямо вот как с земли, вот с веков, да, этот язык. Мне вот, знаете, капусветки чаще всего, свадеб сейчас только в кладбище, эти похорона, да, капусветки, ну, да, чаще встречаются. Да, уже больших свадеб не делают, поэтому родные не на больших мероприятиях встречаются, но все равно, когда вот такое получается, это же здорово. Пусть будет, пусть сохранится все эти наречия, они интересны, они все прекрасны. Иногда возникает такой шовинистический смешок мне, разокненцу, потому как излагаю там в Балве или в Лодзе. Но это от невежества, от какой-то глупости. А на самом деле это все, а им наоборот, им смешон, кажется, мой говор, да. Пусть лучше сохранится. Вот было бы классно, если бы с грамматикой, конечно, ученые о чем-то договорились, ну, не травмируя, не призывая нас на одну или другую сторону баррикад. А мы бы все равно говорили бы, как наши дед, прадед и так далее. То есть, может быть, вы готовы к тому, что вы переведете, книга выйдет, а какой-нибудь человек скажет: это неправильно латгальский язык, на самом деле там по-другому надо. Вполне же может быть такое, да? Ну, это, кстати, хорошо. Это один из способов, как родить интерес. Но не я буду переводить. Я допишу только один раздел про сам съезд, про свои впечатления, которые я внял. Должен сказать, что ряд выступлений были очень интересные, и они достойны быть, ну, не забыты в бумажном переплете, а не в интернете, где кто знает, как долго интернет будет хранить. Говорят, интернет вечно. Так пойди, найди. А когда в книжке, и книжка в полке, ты знаешь, что она там есть. А сама книга, какими вы источниками пользовались? Потому что здесь приводится... Там и... в конце я указываю. Но здесь есть общие доступные и
совершенно недоступны. Ну, вот совсем неожиданно удалось архивными материалами из Витебского, вот губернский город, архива получить. По сути дела, не очень такую исторически, ну, значимую, но все-таки вот исторически очень такую, ну, вкусную, что ли, вещь, это вот эти копии приговоров. Это приговор, приговором назывались не решение суда какого-то, а приговор это, вот приговор был, вот приговор такой-то, такой-то волости по избранию делегатов на съезд, приговор, да. Он интересный. Они делали это все и на латгальском, и на русском, это была царская империя. А сама резолюция съезда на русском была, да? Латгальского конгресса. Она была и на русском, и на латгальском. Ну, приводится здесь фотокопия как раз документа на русском языке, ну, из Витебского. Я, да. Какую угу. я достал, такую я привел. У меня нет, ну, я не нашел. Кстати, утрачена стенограмма и протокол съезда. Есть только воспоминания, показания и так далее. А вот если мы заговорили об истории, вообще вот сейчас сама дата магическая 17-18 года, то есть столетие революции, столетие Латвийской республики, многие утверждают, что, ну, история, как было, по-моему, Бернарда Шоу, что скажет история, история, как всегда, соврет. Историческая правда, вот нужна ли она или государству больше нужны, ну, красивые мифы, которые воспитывают будущие поколения, история, она всегда задает какие-то неудобные вопросы. История самая субъективная из наук. Самая субъективная. Потому что она же... Чем заняты историки? Они что, календарь фактов перечисляют? Они их тасуют. Интерпретируют. Сначала еще тасуют. Можно взять, можно не взять. Можно сложить, можно отнять. Это уже манипуляция. Это уже субъективное отношение. О, это не важный эффект, он не имеет значения, да, на дальнейшие события. А вот этот имеет. Этот персонаж или персона, он гигант мысли, он это все такое, а этот вообще никто. Сплошь и рядом. Поэтому истории ничего не нужно ни от политиков, ни от ученых. Она живет своей жизнью. Человеку история самая интересная. История своей семьи, история там, своего народа, своей страны, других народов. Она очень интересная вещь, я не знаю, как это. Не как научный поиск, а, ну, может быть, поиск себя, но больше познание. Не география, не там, животный мир. Да? Не может быть так интересно, как человеческий мир. И события, которые с ним происходили, по разным причинам, стечение, иногда вот этот какой-то маленький-маленький вот факт, или там человек, там гигантские, ну, там чуть не цивилизации рушились, и все вот это, она рядом, и эта история продолжается, она двигается, она каждый день, она все время, история все время происходит, и это не какой-то фильм, да, на экране, далеко, который ты можешь выключить или включить с пультом своего отношения. Ты все время действующее лицо этой самой истории. И для того, чтобы понять, что тобой сейчас происходит, неплохо было бы сравнить эмпирически, что происходило в такой же ситуации или в похожей ситуации с кем-то до тебя. Ну, то я не говорю эту банальность, не хочу сказать, что учиться с чужих ошибок. Но все было. Все было. Но вот, и да, и все, что происходит сейчас, это тоже от неучета или наоборот, благодаря учету происходящего до того. То, что происходило с нашими там, отцами, дедами, и не нашими, и не здесь, а где-то, это все равно она влияет на все происходящее человечество. История очень интересна. История, вот вы говорили, там кто-то любит читать мемуары, а кто-то любит читать классику, кто-то современных. Это все равно исторический поиск, даже поэзия. Да, то есть через это ты общаешься с прежними поколениями. Ведь великая вещь, когда придумали печатный станок,
да, ну или просто письменность, да, это чтобы не на словах, вот как слепой рассказывал Илиаду, да, пересказывал, ну, чтобы опыт передать ну, большему количеству и быстрее. Сейчас вот мы заложники и испытания интернетом. Ничего можно не знать, все можно забыть. В любой момент прогуглю, и у меня все выкинут. А выкинет кто? Кто-то или в Википедии? Кто-то что-то, который нашел, поставил, и ты раб его суждений. Слабо самому делать выводы. Ничего хорошего не происходит ни с человечеством, ни с людьми, если оно не анализирует. Вот сейчас, кстати, большая проблема так называемого экспертного сообщества, да, потому что политика, пиар и все что угодно, он очень быстрый. Нельзя собрать собрание, правление, съезд, все что угодно, чтобы выработать позицию. 3-5 минут после информационного повода ты должен что-то сказать. Вот Трампа там обещали и так далее. Но опоздал, все, следующее ушло. Событие. Да. Это большой риск. Но, с другой стороны, собраться, посоветоваться ты не успеваешь. И для экспортов сейчас, ну, как бы конец времен. Да, вот, кстати, у нас 27 мая будет Балтийский форум, будет большая американская, российская, европейская делегация, где об этом будет. Как быть? Мое мнение, что эксперты должны переучиваться, они должны уже не смотреть на сегодняшние события, а на более давнюю и длительную перспективу, и говорить заранее всем Трампам, Путиным и другим вершителям наших судеб, какие варианты возможны, и что будет из этих вариантов. С тем, чтобы, с одной стороны, их предупредить, чтобы они твиттерили, фейсбучили бы, ну, аккуратнее, на какая от них ответственность, как, если ты скажешь «А», что из этого будет, и в то же время давать вот этот же прогноз населению и потребителям этой, ну, власти имущих, да, чтобы те могли сверять. А это уже совсем другая история. Это не те эксперты и не то экспертное сообщество, которое имеется сейчас. Оно находится в кризисе. И времени нет. Надо быстро-быстро становиться, иметь вот эти вот аналитические способности, возможности и навыки, и школу с тем, чтобы видеть дальше, предупреждать. Сейчас такой бардак в мире везде, и у нас тоже. От того, что мы все время думаем... Будет Евросоюз, не будет Евросоюз. А вот изберут того и не того, и что дальше, и так далее. И с каждым избранием или неизбранием никакого спокойствия не приходит. Все время откладывается, откладывается. А все потому, что не так, не тем масштабом анализируем. Так, может быть, ваша книжка «Дневники будущего» выйдет и в будущее? Какие-то как... Следующие тома. Поживем. Увидим. Я сейчас вынужден был последние полтора года заниматься Латгальским съездом, потому что я сам латгалец, и я посчитал обязательным высказаться на этот счет, потому что, извините за самомнение, есть люди, которые сверяют свое мнение с моим, которые прислушиваются мне. Я промолчать не имел права, тем более это моя Латгалия. И еще меньше я хотел оставить возможность всяким жуликам пользоваться моей Латгалией и этой датой для того, чтобы создавать некие разводки. И я не ошибся. И то, и другое происходит. Ну вот я хочу сказать, что сама книга «Как создавали Латвию» меня вот очень приятно... Ну, прельстило, можно сказать, именно тем, что мы часто смотрим на события, как уже само собой разумеющиеся. Ну вот, да, должно было произойти так, а здесь вот как будто бы витает вот этот дух какой-то неопределенности, то есть вот ты понимаешь, насколько люди были в растерянности, насколько, ну вот, было непонятно, куда повернут события, и, может быть, вот анализ этих, как раз вот опыта этих людей, он для нас может иметь очень большое значение. Да. Спасибо большое, Янис Урбанович, сегодня был у нас в гостях. До встречи. До свидания.